Шановні колеги, дозвольте розпочати сьогоднішній захід. Всеукраїнський бізнес-форум Асоціації платників податків України «Разом відродимо Донбас». Тема, яка на сьогоднішній день хвилює дуже багатьох громадян України, яка не може хвилювати громадян України. Бойові дії рано чи пізно закінчуються, але про те, яким чином відроджувати економіку України, яким чином відроджувати економіку Донбасу, а я впевнений, що без відродженої економіки Донбасу неможливий успіх України у майбутньому. Думати потрібно вже сьогодні. Тому дуже вдячний всім, хто сьогодні відгукнувся, хто сьогодні прийшов на цей захід. І хочу оголосити наш форум відкритим. Слово для виступу президенту Асоціації платників податків України, людині, яка всією душею і серцем вболіває за розвиток України, яка стала не просто другом України, а яка стала одним із промоторів тих всіх процесів, які сьогодні відбуваються в Україні. Президент Асоціації платників податків України Григолу Катамадзе. Григол Чав. Доброго дня. Я хотів би від щирого серця привітати всіх присутніх в цьому чудовому творцю культури. І ви знаєте, я багато думав, що почати своє вітальне слово. І зараз, коли слухав він, ще раз переконався в тому, що думав, буде краще всього почати це. Я хотів би звернутися до вас, щоб ми згадали тих, які і душою, і тілом, і своє тіло, і душу, і здоров'я, і життя, і життя віддали за Україну. Давайте хвилиною мовчання та доброго дня. Чому я стою на цій сцені? А чому я сьогодні тут? 70 років назад Сталін, так називався тоді Донецьк, після Тбілісського університету
получил образование горного инженера, мой отец был направлен работать на шахту. И 5 лет работал на шахте. И, наверное, очень символично, что через много лет, много десятков лет, я практически всю жизнь посвятил грузино-украинским отношениям. Судьба так распорядилась, и долгие годы, работая послом, я старался, чтобы эти отношения были очень крепкими, очень близкими. Почему я здесь? Потому что, когда распался Советский Союз, и когда в моей стране, в Грузии, возникло много проблем, такие же проблемы, с которыми сегодня Украина столкнулась. Очень много украинцев приехали и подставили плечо. Я хорошо помню Игоря Мазурова, который сейчас воюет со своей страной, по Украине, а тогда совсем юным пацаном был в Грузии и плечом к плечу с грузинами отстаивал независимость Грузии. Я вспоминаю его слова, которые он сказал в 18-летнем возрасте. Я приехал сюда, в Грузию, защищать Украину. Поэтому абсолютно символично, почему я сегодня здесь, в Покровске. Я хочу приветствовать не только бизнес, который собрался здесь, с Донбасса. Я хочу приветствовать бизнес, это не просто название, всеукраинский. Здесь среди вас сидят представители бизнеса с Киевской области, с Киева, с Харьковской области, с Днепропетровской, с Львовской, Хмельничьей, с Тернопольщины, с Черкасской области. В очередной раз я убедился в том, что Украина единая страна. Нет никаких обозначений Восток, Запад. Никто не мог бы заставить этих бизнесменов с Одессы, извините, вот, представителей бизнеса. Никто бы их не заставил, если не их сердце и их душа. Если они бы не хотели реально вкладывать свою душу в развитие Украины, в том числе ее замечательной части Донбасса. Мне, я надеюсь, еще предоставится слово, возможность, так сказать, поучаствовать в дискуссии, но я огромное спасибо хочу вам сказать, дорогие мои, что несмотря на то, что у каждого из вас есть свои заботы, есть свои проблемы, каждая из этих перечисленных областей, есть свое время, свои семьи, но все равно, несмотря на все сложности, вы добрались, приехали, участвуете. Я очень надеюсь на то, что вы будете высказывать свои пожелания, каким образом нам вместе взяться за эту тяжелую ношу и возродить Донбасс. Любые точки зрения имеют право на жизнь. Но никогда я лично не восприму то, что я услышал несколько дней назад, когда, обращаясь и приглашая на форум, или обращаясь в средства массовой информации осветить этот форум, услышал такую идею. Обращаясь ко мне в ответ, говорили, что вначале объедините территорию, а потом проводите бизнес-форум. Никогда не соглашусь с такой точки зрения. Вначале проведем бизнес-форум, наметим задачи, справимся с этими задачами и таким образом объединим территорию. Я думаю, что вот когда будет дискуссия, я свою точку зрения скажу обязательно по этому поводу. Но сейчас, в этом вступительном слове, хочу пожелать нам всем
Знаете, вот этот форум сейчас пойдет, эти 2-3 часа, мы завершим. Что дальше? У нас, мы подготовили обращение ко всем ветвям власти, включая Совет. Но это наше видение, и я думаю, в процессе дискуссии тут будет высказано много интересных тем, которые будут отражены в этом обращении. Я вот призываю быть активными в этом плане и давать те предложения, которые наболели, назрели, и которые нужно довести до всех ветвей власти. Тем более, что у страны есть новое правительство, которое только месяц работает. Пока это все очень, скажем так, знаете, вот пока еще чиновники, которые вошли в свои кабинеты, еще не пригрели свои кресла. И мы, как общественная организация, должны не через год говорить, кто-то что-то не сделал, а постоянно стимулировать чиновников к тому, чтобы они делали свое дело качественно, своевременно. Причем делали это дело не с точки зрения того, что, вот, что нельзя делать, а с точки зрения того, как сделать, как нам преобразовать, как нам изменить в лучшую сторону. Поверьте, я абсолютно искренне и от сердца говорил, когда говорил, почему я на этой сцене. Для меня, как для гражданина Грузии, очень важно, чтобы Украина становилась каждым днем все сильнее и сильнее. Я не хочу противопоставлять Украину каким-то другим странам. Я хочу просто, чтобы Украина становилась сильнее. И тогда, мое глубокое убеждение, и Грузия будет сильнее. Я очень благодарен всем, кто откликнулся, и спикерам, и модераторам двух панелей, которые будут. Первая панель, она больше, скажем так, политическая составляющая. Вторая панель будет экономическая составляющая. И я очень надеюсь на то, что реально мы с вами сегодня выработаем тот алгоритм действий, мы, я имею в виду бизнес, который положим в том числе на бумагу, и потом будем шаг за шагом действовать для того, чтобы добиться вот реализации намеченного сегодня нами с вами плана. Спасибо большое. Я хотів би запросити до слова міського голову міста Покровська Руслана Трибушка. Добрий день, шановні гості та мешканці міста Покровська. Для нас дуже велика честь приймати таких почесних гостей. І я вважаю, що ті питання, які будуть розглянуті на форумі, будуть дуже корисними не тільки для Покровська, не тільки для Донбасу, а для всієї України. Бажаю усім успіхів в праці і нехай не щастить. А зараз ми переходимо безпосередньо до теми нашої першої панелі, до обговорення питань, які винесені на першу нашу панель. Як уже сказав Григор Шалович, перша панель буде більш політична, але хотілося б, щоб власне політичні пристрасті не зовсім відводили нас від поняття того, що ми хотіли сьогодні обговорити в конструктивному руслі. Хотілося б обговорити, що потрібно зробити на загальнодержавному рівні, які необхідно прийняти, можливо, закони, якісь нормативні акти, що потрібно, щоб зробили гілки влади, що потрібно, щоб зробили чиновники на своєму рівні, кожен на своєму рівні, для того, щоб забезпечити і притік інвестицій, покращення інвестиційного клімату, і взагалі забезпечити процес відродження Донбасу, відновлення Донбасу, донецької економіки, інфраструктури і так далі, і так далі. Тобто, хотілося б говорити максимально конструктивно, з максимальною кількістю пропозицій, з баченням можливих
конкретних планів, а не тільки гасли. Дуже хотілося б, щоб якраз гасли сьогодні відійшли на другий план. А говорили б ми дійсно в рамках окресленої теми. Регламент наших виступів до 5 хвилин. Перша панель, я думаю, закінчиться, ми плануємо закінчити її до 1 години, так плюс-мінус. Ну, і відповідно я запрошую, одразу ж хотів би запросити до слова Романа Полякова, голову Ради Асоціації платників податків України в Донецькій області. Добрый день, уважаемые участники форума. Я очень рад, что сегодня мы имеем возможность общаться не только с представителями нашего донецкого бизнеса, но и гостями из других регионов Украины. На самом деле идея проведения этого форума принадлежит Григорию Шаловичу Катанадзе. И основное резюме – это не просто говорить о наших проблемах между нами, а говорить о проблемах со всей Украины. Вот. Поэтому я очень рад, что вы откликнулись, уважаемые гости. Могу начать нашу дискуссию с собственного опыта. То есть являюсь, я даже хочу выступить не совсем как руководитель территориального отделения ассоциации, а как руководитель крупного предприятия, можно сказать, области образующих. Донецкий теплокоммунэнерго, областное коммунальное предприятие. Вот. Те проблемы, с которыми столкнулось предприятие за эти 2 года, вот, с момента начала боевых действий, проведения ТО, они были очень серьезны. Я думаю, что многие предприятия столкнулись с подобными. У нас было 17 производственных единиц в разных городах Донецкой области. Половина этих предприятий осталась с той стороны, за линией Зигмана. Вот. Мы полностью потеряли управление ими, этими подразделениями. Мы размещался наш головной офис в городе Донецке. В результате, когда мы спасали документацию, потеряли часть документации, пришлось восстанавливать многие юридические документы. Вот. Ну, слава Богу, там вывезли какое-то имущество, серверы, бухгалтерию, то, что очень важно. Вот. Но, тем не менее, в результате вообще всех этих действий была потеряна частично управляемость предприятия, потеряны какие-то давно там наработанные отношения с поставщиками, в том числе. Вот, столкнулись даже просто с простыми вещами, что люди из-за того, что негде было жить, просто начали уходить с предприятия. То есть испытывали в том числе кадровый голод. Часть налоговой задолженности, задолженности перед поставщиками, получается, там, если пропорционально распределять, висит на той стороне, грубо говоря. Вот. Но сегодня этот вопрос никак не урегулирован. И вот эти старые взаимоотношения, старые долги очень серьезно подрывают экономику предприятий. То есть вот за 2 года мы выровняли ситуацию, но старая жизнь, она не дает нам покоя. И, к сожалению, сегодня законодательство наше, украинское, оно носит общий характер. И мы не можем применять никакое специальное законодательство, учитывающее вот эти все особенности. У многих предприятий там остались вообще все фонды с той стороны. Даже зарегистрировавшись здесь, производственные мощности остались там. Вот. Вопросы эти регулируются какими-то временными порядками, но неполноценными. То есть решение хозяйственной деятельности, какие-то разрозненные акты выходили постоянно, нормативные, но не несли под собой никакой такой системной нагрузки. Да? Вот, например, закон Украины 1669 о временных мерах на период проведения АТО регулировал выплаты, ну, вводил мораторий там, на ЕСВ. Ну, это было полгода, потом все это отменилось, там то появлялись,
входили конкретно оговоренные города, которые входили в перечень. Вот. Ну, то есть постоянства никакого, к сожалению, не было. Мы это все на себе испытали. Единственным, грубо говоря, на тот момент наш руководящий орган облсовета распался, и каких-то даже направляющих директив абсолютно не приснули, не было. Мы сами брали на себя ответственность и сами решали судьбу своего предприятия. Мы за 2 года выработали довольно сильную юридическую практику в этом направлении. То есть, вы знаете, как в Англии перешли, у меня там второе юридическое образование, перешли к прецедентному праву, юристы меня понимают, о чем я говорю. То есть мы, по сути, начали в судах регулировать, то есть через судебные решения, определенные взаимоотношения. Однако вся основная сложность заключается в том, что доказательная база в условиях общего права, она очень сложная, достаточно сложная. И поскольку у нас таки нет этого прецедентного права, то определенные там, дела, категорию дел мы выигрывали, но где-то проигрывали. Да? Вот. Но по большому счету мы в результате этой деятельности столкнулись с таким моментом, именно что только специальное законодательство, ведь АТО планировалось на месяц, два, три, месяц, на месячное исчисление. А получилось уже годовое, уже 2 года. Вот. И какого-то, к сожалению, прогресса в этом плане не видно. Поэтому, но я хочу сказать что еще, что мы, самое главное, не хочу хвалиться сильно, но мы не опустили руки и своими действиями, в том числе при поддержке общественной организации нашей, решали вопросы по стабилизации экономики предприятий. Вот, как пример. Сегодня в рамках деятельности нашей ассоциации мы тоже хотим, просим бизнес обращаться со своими вопросами. Потому что это в основном, конечно, связано с налоговыми долгами прошлых периодов, которые действительно очень тяжело заплатить или нереально заплатить. Это все обосновано. Мы никогда не поддерживали нерадивых налогоплательщиков, но многие проблемы наших предприятий нам известны, которые попали в такую ситуацию. Вот. У нас сегодня есть практика обобщения этих проблем и практика работы с государственными органами, с парламентом. Все-таки у нас в ассоциации есть и депутатский корпус представлен. Вот. Поэтому хотелось бы вас попросить не оставаться наедине со своими проблемами, обращаться в ассоциацию как инструмент для решения своих вопросов. И поверьте, я считаю, что, как вот сказал Игорь Галшалович, где-то откуда-то что-то не придет. Все на самом деле в наших руках. Мы единственное только сегодня хотели бы подчеркнуть то, что в одиночку мы не справимся. Мы хотим быть частью Украины, достойной частью, не проблемой, не кровоточащей раны, по большому счету. Поэтому сегодня пригласили наших коллег из других регионов. Потому что нарушение связи, знаете, может какое-то время мы варились в своем котле, но сегодня это недопустимо. Через восстановление этих связей между регионами, между предприятиями региона Украины, преследующих обычный бизнес-интерес. Все построено на бизнесе, все материально. Поэтому хотелось бы именно на этом акцентировать внимание. Я вижу в этом еще и большую социальную нагрузку. То есть я вижу возрождение внутри Украины наших отношений, связи, самоидентификации нас как украинцев. Мы залогом суверенной независимой державы. Так, вкратце. Дякую. Я хотів би надати слово людині, яку я знаю дуже давно, просто вже не знаю, скільки років вже знаю, знаю як людину високих ділових і особистих якостей. І вважаю, що Донецькій області якраз повезло в тому, що вона зараз перебуває на керівних постах Донецької області. Перший заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Євген Вільницький. Дякую.
Чути? А, є. Дякую, дякую, Костя. Перш за все, я хотів би вас всіх тут привітати від свого імені, від імені голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Івановича Житлівського. На жаль, він через свої службові обов'язки не зміг бути присутнім тут. Але, тим не менше, питання розвитку бізнесу в Донецькій області є пріоритетом для нашої громади. Правильно було зазначено. Є в нас одна така нехороша риса, ми хочемо відкладати постійно щось. Ми завжди знайдемо причини для того, щоб сьогодні не зробити те, що можна зробити сьогодні. Ми будемо посилатись на то, ми будемо посилатись на зміни в законодавстві, відтягувати необхідні зміни в країні. Але ми сьогодні впевнені, що Донеччину потрібно розвивати сьогодні. Я дуже вдячний керівництву асоціації, особисто пану Грігову, за те, що ви сьогодні тут. Тому що території ми відвоюємо, ми повернемось в свої кордони. Питання буде, що ми будемо робити далі. І сьогодні ми повинні закласти підмурок для наших подальших дій. Сьогодні вже ми повинні розвивати бізнес. Сьогодні ми повинні закласти базу, яка дозволить прийти інвесторам в Донецьку область. В принципі, наше завдання – створити пропозицію для бізнесу. Оце ключове завдання. Ми намагаємось кожного дня створювати якусь інфраструктуру додаткову. Я дуже радий, що в нас такі хороші ділові відносини з торгово-промисловою палатою. Ми дуже плідно співпрацюємо з асоціацією платників податків. Ми готові залучати громадські організації до нашої діяльності, тому що, ну, дійсно, в кабінетах ти не завжди розумієш, що потребує бізнес. Звичайно, я постійно знаходжусь в комунікації з тими людьми, які бажають працювати в Донецькій області. Всі чудово знають, що до мене потрапити дуже просто. Тобто, без зайвих перепон, якщо виникають проблеми, всі знають, де я знаходжусь, і йдуть до мене, ми намагаємося ці проблеми вирішувати. Але, тим не менше, все одно, навіть бюрократія, яка є, а я як її представник, не може вирішити всі питання і не може знати всі питання. Тому ми дуже просимо давати нам зворотній зв'язок, постійно знаходитись з нами в контакті для того, щоб ми разом вирішували ці проблеми. Я дуже радий, що в нас з приводу розвитку Донецької області є спільна позиція з народними депутатами. Як ви знаєте, буквально днями прийнято закон, який все ж таки покращив процедури реєстрації, які були тут величезним гальмом для розвитку Донецької області. Так само прийнято в першому читанні законопроект, який передбачає додаткові державні вкладення в Донецьку область. Мова йде про майже 3 мільярди гривень, які будуть спрямовані на розвиток інфраструктури. Але потрібно зазначити, що пропозиція може працювати тільки тоді, коли всі розуміють правила гри. Тому одне з наших основних завдань – це забезпечити максимальну прозорість використання коштів, процедур, державних закупівель в тому числі. Ви чудово знаєте, що Донецька область стала пілотним проєктом, вона перша перейшла на закупівлі через систему «Прозоро» для позапорогових всіх торгів. Значить, крім того, Мінекономіки зараз готує нормативну базу, ми будемо пілотом по створенню централізованої закупівельної організації, яка буде створена на базі Агенції регіонального розвитку, до наглядової ради, якої будуть входити представники громадських організацій, міжнародних донорів. Тобто наше завдання цю процедуру зробити максимально прозоро. Щоб кожен з вас, приходячи в Донецьку область, розумів, що тут є чесна конкуренція. Бо тільки в конкуренції може народитись нова Донеччина. Реально ми хочемо побудувати такий, якщо використовувати історичну аналогію, Західний Берлін. Для того, щоб на противагу Східному блоку ми могли демонструвати всі переваги історичного вибору України. І я впевнений в тому, що нова Україна постане з нового Донбасу. Ми робимо те, що
від нас залежить, але без вас ми безсилі. Тільки новий бізнес, розвиток бізнесу в Україні і в Донецьку, в Донецькій області допоможе нам зробити, побудувати дійсно нову країну. Ми дуже не любимо слово «відновлення». Відновлення Донбасу, відновлення Донеччини, хоча воно в нас проходить у багатьох документах. Бо відновлення – це відновити те, що було раніше. Ми же хочемо говорити про абсолютно новий уклад економіки Донецької області. Це розвиток малого середнього бізнесу, це нові галузі економіки, це нова інфраструктура бізнесу. Бізнесмен повинен знати, куди йому прийти, як йому працювати, як вирішувати питання з владою. Для цього ми розробляємо низку знаків, зараз готуємо для того, щоб все ж таки спростити цей інтерфейс, так, який поєднує чи розділяє іноді бізнес і владу. Що важливо? Ми дійсно створюємо пропозиції, в тому числі і для бізнесу. Ми затвердили нещодавно перелік 650 інфраструктурних проєктів, які ми плануємо найближчим часом створити в Донецькій області. Це майже 3 мільярда гривень тільки на першому етапі. Я впевнений, що тут місця хватить 7, вистачить для того, щоб з нормальною рентабельністю працювати, залучати сюди інвестиції, привозити нову техніку. Навколо цього є купа ніж, які може зайняти бізнес. Це починаючи з ніж в сервісах, це розвиток нового житлово-комунального господарства, це енергозбереження. Всі напрямки відображені в нашій програмі. Тому я хотів би всіх вас закликати до співробітництва. Ті, хто працює тут, давайте посилимо наше співробітництво. Бізнес, який знаходиться зараз в інших регіонах і тільки приглядається до Донецької області, не бійтесь. Приходьте, ми вам тут будемо раді. Дякую всім ще раз. Перш ніж надати слово наступному доповідачу, я просто хотів би зробити такий невеличкий лірічний відступ. Не так давно, перебуваючи в Німеччині, я спілкувався з представниками Східного комітету німецької економіки, доволі впливової бізнес-організації, організації, яка об'єднує тих представників бізнесу, німецького бізнесу, які готові інвестувати у Східну Європу, зокрема в Україну. І, зокрема, відомо, що Німеччина готова, якби принаймні задекларувала, вкладати гроші потенційно у економіку відродження Донбасу, не відновлення, як сказав Євген, на відродження, в модернізацію Донбасу, і вже оголошено цілий ряд проєктів, оголошено конкурс на проєкти, які можуть бути профінансовані найближчим часом. Але якраз постійно говорять про те, що от ми боїмося України, тому що ми постійно протягом останніх 25 років зіштовхуємося в Україні з такими поняттями, як корупція. Корупція, коли гроші не виходять за призначенням, а вони осідають не десь там в цільових, не за цільовим призначенням, а в кишенях тих, до кого вони доходять. Ну, і відповідно, я думаю, що ця тема боротьби з корупцією, вона повинна перестати бути просто гаслом, а потрібно боротися сьогодні не тільки з проявами корупції, а і з тими причинами, які породжують її. І я хотів би якраз передати слово народному депутату України, голові підкомітету з питань законодавчого забезпечення, запобігання і протидії корупції Верховної Ради України Костянтину Матейченку. Добрий день, с вашего разрешения, я стою, мне тут удобно проведу пару слов. Я человек военный, 2 года назад воевал, освобождал простой район Артемовск. И вы знаете, тогда, будучи главой администрации, одного района, второго, ко мне подходили с вопросами бизнеса. Я реально отмахивался, потому что я говорил прямо, мне сейчас не до этого, мне сейчас надо воевать. И я знал и был уверен, что АТО это месячное понимание данного, скажем так, проекта, если по бизнесу говорить, или, допустим, этого периода. Но время идет, уже 2 года нашему, как говорится, вот этого, нашей трагедии нашего государства, или, может быть, как правильно сказать,
Ну, знаете, есть такое выражение. Любая война начинается, заканчивается. Может быть, быстрее закончится, если действительно поднять экономику нашего региона. И надо всецело сейчас действительно идти на развитие экономических отношений. Да в любом случае, хлеб и зрелище для людей, точнее, для людей, да? То есть хлеб – это одна из двух составляющих общежизненных процессов любого общества. Я, может быть, не являюсь таким представителем бизнеса, поэтому не буду углубляться в бизнес, какие-то вопросы. Действительно, 2 года я являюсь головой бедкомитета по борьбе с коррупцией. И, может быть, на этой теме более конкретно остановлюсь. В нашем комитете, наверное, я один представитель Донбасса. Я сам родом с Константина, не сужусь на Томаске. Вот. Поэтому, да, действительно, многие вещи там, в Киеве, им трудно понять, что у нас тут на Донбассе. Понятно, вроде война, что-то стреляется, уже понимают, что такое АКМ, АПГ. Ну, вот этот разрыв в отношениях, вот это социальное напряжение, вот эта политическая, скажем так, проблема, ну, тяжело это понимать. И в то же время я первый год находясь, члены комитета, представители других регионов, коррупционных составляющих. И вот вы знаете, выступал только что вот первый заступник, очень приятно, мы с вами сейчас лично познакомились. Хотя на удивление, все письма, которые направляют пану Жибривскому, ответ приходит только за вашу подпись. Поэтому же вот там единственный руководитель, я, конечно, извиняюсь. И то отсутствие руководителя области, вот на этом форуме, говорит как раз о том, что руководитель не местный, и ему, в принципе, он так же далек от проблем нашего региона. Относительно парламентских моментов, что парламентарии вот сейчас перераспределяют деньги. 3,5 миллиарда – это не дополнительные деньги, это всего лишь перераспределение тех денег, которые не освоены оккупированными территориями. Но я вам скажу, открою маленький секрет для всех присутствующих. Сейчас как раз проблема в бюджетном комитете, на котором я присутствовал, и в Верховной Раде. Кто же будет распорядителем этих денег? Администрация или вновь созданное министерство по территориям АТО? И знаете, что как аргумент говорят, чтобы не дать под Жибривского эти деньги? Говорю просто простым языком. Вот те коррупционные скандалы, которые уже, ну, достаточно много возникают за последний год в нашей области. Я не буду их пальцем не хватит. Но даже тот один из скандалов по перевозкам, майор Зайцев. В прошлом году я теребил и завалил вам письмами. Ребят, что 17 километров чистого асфальта, до 50 гривен цена и так далее. Только были отписки. Сейчас ездят 15 гривен, нет никакой монополии. Вот она, коррупционная составляющая. Если кто-то скажет, что здесь ни при чем власть, то вот оно, извините, решениями суда, планами суда и обвинительным приговором. Там все четко зафиксировано. Поэтому я еще раз говорю, вот эти коррупционные составляющие отпугивают любой инвестиционный, скажем так, желание куда-то сюда вложить. Своим примером, своим выступлением. Может кто-то думает, он приехал в Нарден и лишний раз попиарится. Ни в коем случае, может, меня не показывает. Я просто показал, что можно быть смелым. Не взирая ни на фамилии, ни на должностях. Поэтому, уважаемые представители бизнеса, мой телефон есть и мой сайт открывает Верховную Раду, там все мои данные. Я готов на сотрудничество. Очень ко мне много обращаются представители бизнеса. Вспомните прошлогоднее постановление Кабмина, как-то год. Было постановление Кабмина о том, что у нас зона АТО с перечнем, через неделю его приостановили, распоряжение Кабмина с перечнем населенных пунктов. Год у нас де-факто АТО, война, де-юра, нет населенных пунктов в зоне АТО. Чем занимается администрация, никто не знает. Пока я на Кабмине лично. Извините, это скандал. Через 2 недели Кабмин выдал это постановление. Так я просто говорю к тому, что не надо бояться фамилии и должностей. Мои данные есть в компьютере. И если вы увидите любую коррупционную составляющую, если увидите вот эту несправедливость, я уже не говорю за те моменты, где можно изменить какие-то законы, нормативные акты в плане, там, допустим, улучшения какого-то климата или правил игры. Пожалуйста, обращайтесь. Я всегда готов служить своему родному региону. Не взирая.
ни на фамилии, ни на личности. Та разница где вы. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Если можно, я буквально несколько слов хотел бы извинить, что заберу чуть-чуть время, но вы знаете, вот я послушал несколько выступающих и хотел бы некоторые свои мысли высказать. Роман Александрович говорил о прецедентном праве, который пытаются создать. Наверное, не прецедентное право нам нужно создавать. И не бизнес должен это прецедентное право создавать. В последнее время много разговоров о борьбе с офшорами. Я на первой рабочей группе, членом которой я являюсь, я сказал, что давайте забудем уже этот советский подход, то с урожаем боролись, то еще с чем-то, вместо того, чтобы собирать урожай, боролись. Да? Давайте создавать правила игры в собственной стране такие, чтобы не выводить хотелось деньги за пределы страны, а здесь инвестировать. Для этого вот наша ассоциация, которую я имею честь в последний год представлять, это самое крупное бизнес-сообщество, которое объединяет около 7 тысяч членов, начиная от физических лиц предпринимателей, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, банки. И я объездил уже несколько раз страну за этот год, встречаюсь с бизнесом, и бизнес говорит. Сергей Степанович не даст мне соврать, вот мы в прошлом году с ним познакомились в Северодонецке, 7 июля, когда проводили небольшой форум, там на сцену вышел бизнесмен, который вышел с двумя документами. Это меня так вот запало тогда в душу, я как бы подхватил этот флаг тогда, и вот целый год одно и то же, так сказать, извините за слово, толдычил. Потом вышел с двумя документами, потом небольшой, так сказать, небольшая книжка «Конституция Украины», а во втором он еле поднимал, говорит, невозможно, это налоговый кодекс. И я хорошо запомнил слова этого бизнесмена, к сожалению, не знаю его фамилии, но он сказал, вот это наши права и обязанности. А в этом законе, налоговом кодексе, он Талмуд сказал, я человек с двумя образованиями, 20 лет в бизнесе, прошел через все, не могу разобраться. Так вот мы весь этот год на всех форумах, во всех публичных выступлениях отстаиваем один и тот же принцип. Мы как ассоциация, как бизнес-сообщество. Не нужно делать косметические изменения, а нужно услышать украинский бизнес, большинство украинского бизнеса, и как можно скорее принять новый, либеральный, легкий для понимания, легкий для применения налоговый кодекс. Как это сделали все успешные страны, которые сегодня являются успешными. И вы знаете, я думаю, что следующий момент, вот каким образом все же восстановить Донбасс? Я думаю, что один из моментов это создание свободных индустриальных парков, индустриальных зон на этой территории, которая сегодня под контролем центральной власти. Сейчас можно, конечно, сказать о том, что да, создавались эти свободные экономические зоны на Донбассе, потом они дискредитировали себя. Но давайте не будем говорить о том, что себя дискредитировали. Давайте посмотрим на те успешные шаги, которые были сделаны в других странах, где свободные индустриальные зоны имели успех и имеют успех. Для этого мы подготовили проект закона. Хотя в 92 году в Украине и на сегодняшний день существует действующий закон о свободных индустриальных и экономических зонах, но он уже давно устарел. Плюс к этому он общий, он не конкретный. Я одну вещь скажу, которую сейчас, наверное, мало кто из, я думаю, что ни фискалы не воспримут это, ни национальный банк не воспримет. Но в мире эта практика есть, в свободных индустриальных зонах.
что на территории свободной индустриальной зоны можно рассчитываться различной валютой. Представляете себе, если сейчас так поставить вопрос, что скажет Национальный банк? Скажет, нет, это запрещено. Но еще раз, когда я в своем вступительном слове говорил то, что давайте не говорить категориями, это запрещено, это нельзя делать. Так невозможно будет что-то новое создать. Первый заместитель главы администрации абсолютно правильно сказал. Мы должны создать новое здесь. И вот те, кто приехал с других регионов Украины, это первый их шаг, уже как бы им интересно. Но для того, чтобы, извините за такую простоту, но положили, засунули в собственный и достали деньги и вложили в экономику Донбасса, а соответственно Украины, для этого здесь должны быть соответствующие условия. И мое глубокое убеждение, такие свободные индустриальные парки надо создавать уже здесь, на этой подконтрольной центральной власти территории. И это реально даст возможность, да, в том числе по примеру Берлина, это даст возможность подтолкнуть к реинтеграции не просто территории, а мозги, которые есть на той, оставшейся оккупированной сегодня территории. Если люди не увидят, если люди будут видеть, что, ну, что изменилось за эти два года в Константиновке, Покровске, Дружковке, если ситуация такая же, как было два года назад, ну как их можно реинтегрировать? Как их можно убеждать? Поэтому 3 миллиарда это гривен, это здорово, конечно. Но я думаю, что это во много раз больше деньги придут со всех регионов Украины, с Украины. Я не говорю там о внешних инвестициях. Вот если реально здесь создавать привлекательные условия. И последнее, что я хочу сказать, вот небольшой пример, чтобы не было это просто словами, да? На территории небольшой Грузии, еще в советский период, так заложили, сделали ее федеративной, значит, было две автономные республики, Абхазия и Аджария. Абхазия по сегодняшний день подконтрольна России, и центральная грузинская власть не контролирует. Аджария с 2004 года начала контролироваться центральной властью. Туда инвестировано, в том числе и грузинские инвестиции, и государственные инвестиции, и международные инвестиции, за последние 12 лет более 5 миллиардов долларов. Кто бывал в Аджарии, видел, какая инфраструктура, как это все восстановлено. А это за собой повлекло миллионы туристов. Если в Абхазии можно, наверное, насчитать в течение года 50 тысяч человек, которые посещают эту территорию на свой страх и риск, то миллионы туристов, а что такое туристы? Это люди, которые оставляют деньги. Это огромные деньги пришли благодаря уже восстановлению и возобновлению, или даже не возобновлению и не восстановлению, а новой инфраструктуре, которая... Вы не назовете ни один международный, мировой бренд гостиничного бизнеса, который не присутствует в Аджарии. Почему это нельзя сделать здесь? И вот я глубоко убежден в том, что Россия, что могла сделать, уже сделала. Дальше, по моему глубокому убеждению, она не будет двигаться. Я думаю, что ей придется, и правильно было сказано, что территорию и суверенитет над украинской государственной границей будет восстановлен. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Другой вопрос, что пока это все еще горячо, нужно это решать. Не нужно это, чтобы это стало долгоиграющей, не нахожу правильного слова, чтобы это болело долго. 2-3 года эти проблемы должны быть решены, потому что 10 лет, 20 лет, не дай Боже, там уже вырастет другое поколение. И я очень оптимистично настроен на это, и еще раз хочу повторить, вот мой оптимизм как раз опирается на то, что бизнес с разных уголков Украины сегодня находится в этом зале.
Дякую. Щоб я надав в кінці критичне слово, для того, щоб вже підводячи підсумки. Я розумію, що може бути цілий ряд критичних моментів і відповідно дискусія – це абсолютно нормальне явище. І якраз після основних виступів, я думаю, у нас і розпочнеться дискусія, і в ході дискусії можна буде відповідно і задати питання як доповідачам, так і відповідно всі учасники зможуть пізніше задати питання учасника першої панелі. От, що стосується слів Григорія Шаловича, то відповідно хотів би сказати, напевне, тільки одне, що, напевне, рано чи пізно, напевне, філософія реінтеграції, філософія відновлення чи відродження Донбасу запрацює в головах київських чиновників, тому що насправді, коли створюється новий кабінет міністрів і створюється посада міністра у справах окупованих територій, практично, а не міністр з питань реінтеграції, то тут виникає дуже багато питань. В історії було тільки одне міністерство окупованих територій, і воно було по нацистській Німеччині. А от якраз грузинський досвід створення міністерства реінтеграції, він міг би бути дуже корисним для України. Це не лише грузинський досвід, це досвід деяких балканських країн, це досвід деяких інших країн, де створювалися міністерства реінтеграції. Філософія реінтеграції має стати сьогодні домінуючою в свідомості українських чиновників. Я хотів би надати слово начальнику головного управління ДФС у Донецькій області Сергію Степановичу Погорєлову. Спасибо за предоставленное слово. Уважаемые участники форума, я прежде всего хочу выразить благодарность за приглашение на этот форум, хотя это для нас работа, совместная работа с Ассоциацией плательщиков налогов Украины, с территориальным отделением, скорее правило, да, чем исключение. Мы совместно проводим встречи, работаем над созданием благоприятных условий развития бизнеса, понимая, что на сегодняшний день происходит. Сегодня мы по тем объемам платежей, которые поступают в Донецкую область, можем сказать, что вот эти два года они очень сильно ударили по бизнесу Донецкой области, как по малому, среднему, так и по крупному бизнесу. Очень много потеряли на сегодняшний день объемов производства, объема поступлений, но тем не менее, что сегодня Донецкая область? Донецкая область сегодня по нашим подсчетам это 10,6% общего объема поступлений Украины, общего объема производства Украины. Где-то примерно так вторые после Днепропетровской области, чтобы не захвалить наш бизнес, скажем так. По объемам поступлений бизнес Донецкой области мобилизует бюджеты всех уровней, где-то сумму, но мы находимся где-то на 5-6 месте в Украине после таких более развитых областей, более таких, которых не коснулись, а то не коснулись военные действия. Но тем не менее, мобилизация средств в государственный бюджет, в местные бюджеты на сегодняшний день позволяет сказать, что бизнес, это динамика, которая есть, и мы отслеживаем динамику сравнение аналогичным периодом прошлого года, 2015-го, сегодняшний, 16-й, есть положительные сдвиги вперед, как в поступление в государственный бюджет, так и в местный бюджет. Отдельно остановлюсь на местный бюджет. Почему? Потому что основные и те сегодня меры, которые проводятся по пересмотрению местных бюджетов, по отдаче части функций, по передаче части функций делегированных полномочий и, соответственно, финансов, говорит о том, что на сегодняшний день, я так просто даже анализируя 5 месяцев нынешнего года, мы ожидаем где-то 700 миллионов плюс местные бюджеты. Радует то, что сегодня, общаясь не только с бизнесом, а с представителями территориальных громад, с руководителями территориальных громад, не исключение сегодня с мэром города Покровск, радует то, что на сегодняшний день эти средства направляются на
реализацию программ по благоустройству, по энергоэффективности и так далее. Это говорит о том, что на сегодняшний день бизнес и охват тех территорий, которые на сегодня есть, мы находимся на правильном пути, решая эти проблемы. Что еще делается? Что делается государственная фискальная служба, главное управление фискальной службы в Донецкой области совместно с Ассоциацией плательщиков налогов Украины, с территориальным отделением? Мы проводим встречи как с бизнесом, так и приглашаем народных депутатов. Мы проводим тематические встречи. Нас очень волновал трактовка закона 1669, о чем вы сегодня говорили, действительно был перечень, через неделю он ушел, кабминовская постанова. Это как затрудняло работу фискалов, так и бизнеса, само собой. Мы проводили встречи с нашими народными депутатами. Я хочу, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо им за то понимание и в целом депутатскому корпусу Верховной Рады за те изменения, которые вы внесли в эту 1669, которые касаются регистрационных действий, которые касаются вопросов, связанных с определением территорий приграничных в зоне размежевания, с теми общими территориями и так далее. То, что было сделано. Мы не останавливаемся на этом. Мы на сегодняшний день у нас планируется встреча еще раз совместная ассоциация плательщиков налогов, депутатский корпус Донецкой области, приглашаем присутствующих здесь, ассоциация бизнес по дальнейшим направлениям. И вот сегодня было сказано, Лев Жалович, о свободных индустриальных зонах. Совместно с таможней, эта проблема у нас тоже, мы теряем сегодня платежи, таможенные платежи. Уходят плательщики по разным причинам. Одна из причин это может быть то, что я сказал, что проведение АТО, нестабильность и так далее. Вторая причина, что затрудненность проведения расчетов, вы сказали, вот здесь говорилось о возмещении тех ущербов и недоим, как мы называем своим термином, да, мы то же самое будем предлагать, возобновить те ранние инициативы, которые были и свободным индустриальным зонам, и территориям приоритетного развития. Задача такая, вот я для себя и ставлю задачу руководителям территориальных органов области, это обратиться к бизнесу, возвращайтесь сюда на Донецк, возвращайтесь те, которые ушли. Не секрет, очень многие ушли, потом ушел, ну скажем так, сознательный бизнес, бизнес, который платил налоги своевременно, который создавал рабочие места, они первыми практически ушли в соседние области, в центральную Украину и так далее. Мы работаем сегодня и приглашаем их сюда, мы создаем все условия. И обращаюсь, пользуясь случаем, на каждом форуме, на коллегиях госадминистрации, сегодня на этом форуме я прошу и передайте бизнесу, возвращайтесь сюда, возвращайтесь на эту землю. Потому как, да, сегодня могут, я всегда рассуждаю так, сегодня может Верховная Рада выделить определенный ресурс финансовый, но завтра, Ирина Семеновна, там некому будет его осваивать. То есть давайте возвращать сюда людей, создавать рабочие места, пополнять местный бюджет. Я не говорю уже о государственном бюджете, я говорю о местном бюджете, который является залогом процветания этой территории, залогом работы тех же социальных сфер, залогом работы по благоустройству. Я повторюсь еще раз, приятно то, что сегодня проводится благоустройство на территории. И исключение Покровск, Красноармейск, как мы еще так недавно называли, Мариуполь и так далее. Что еще хотелось бы сказать, обращаясь к бизнесу? Мы открыты к делу. Мы открыты, и вот взаимодействие, взаимная, так сказать, работа с ассоциацией плательщиков, для меня это обратная связь. Мы слышат для нас бизнес те вопросы, которые возникают. Как через ассоциацию, так и впрямую я открыт диалогу, открыт тем проблемам, которые на сегодняшний день есть. Готов их обсуждать. Обсуждать с бизнесом только, который у нас, как я его называю, реальный сектор экономики. Мы беспощадны к тем, которые сегодня минимизируют налоги, которые уходят от уплаты налогов всеми методами, которые есть. Для этого у нас существует подразделение аудита, для этого существует оперативное подразделение и так далее. Это не секрет, и вы это знаете, что в этом направлении проводится работа. Срываются конвертационные центры, не исключение, и Донецкая область мы вскрыли.
конвертер здесь. Работаем в целом по Украине, и я еще раз говорю так, повторюсь, мы открыты к диалогу, к реальному сектору экономики, но очень жестко, но, извините, это наша функция, это наша работа. Я без суда говорю. Что еще хотел бы сказать, пожелать удачи нашему сегодняшнему форуму, и не безразлична мне судьба тех вопросов, которые сегодня будут приняты. Я предварительно смотрел, читал того совместного меморандума, совместного плана ДИИ, который мы наметили, мы обсуждали его. Уже до этого, поверьте, для меня это не секрет, то, что там написано. Пожалуйста, удачи нам, дай Бог. Спасибо. Все было хорошо. Я хотел бы запросить это слово Ивана Григорьевича Витаца, президента Товариство забежної відповідальності «Міське будівництво». Добрий день, дорогі друзі. Я 23 роки в бізнесі, основне, так сказати, направлення – будівництво. І хотів би одразу відповідати на вопрос господина Катаманта, чому бізнес сюди не прийде. А що, Григорій Ярославович, якщо я сюди прийду, я зможу відвести одразу земельний участок? Скільки місяців, літо йде у мене на нього? А что, я сразу могу получить разрешение на строительство? И сколько времени у меня уйдет на это? Поэтому в этом плане, да, идея создания индустриального парка, она хороша, но нет закона, нет механизма, который бы здесь действовал. Если ассоциация выступит двигателем в этом направлении, конечно же, сюда придет. Я отдельно не хочу останавливаться на налогообложении, это тема, наверное, отдельной дискуссии, наш уважаемый начальник нашего правления об этом говорил. Но простите налогообложение, тогда вам не придется содержать спецподразделения, вам не придется содержать аудиторские фирмы, вам не придется раскрывать конвертационные центры, потому что они отпадут, заниматься. Мы 2 года назад внимательно изучали строительный бизнес, организацию строительного бизнеса в Грузии. Буквально 3 месяца находились наши люди и смотрели, как там организован бизнес. Там нет взаимоотношений, ни с налогов у тебя, все по электронной почте идет, потому что упрощенный бизнес. Там нет понятия в наличии денег, конвертационных центров, потому что их нет, их не надо делать. Налоговое законодательство так сделано, что нет смысла это все проводить. Там нет взаимоотношения моей компании строительной с чиновником, которому я должен приходить на поклон, я в электронном виде отсылаю ему все документы, и есть определенные дни, которые они должны дать ответ. Если они не дают, значит, это по умолчанию согласия, они утверждают. И этот опыт, я не знаю почему, мы что-то изобретаем новое, что-то тут пытаемся кому-то рассказать, это все есть, это все работает. Поедьте в музей, посмотрите, я думаю, только в музее это. Поэтому бизнес сюда не придет, поскольку наша Верховная Рада, наше правительство такими обложило крючкотворством все нюансы для того, чтобы бизнес просто не может. Поэтому я хотел бы остановиться на другом моменте, который более реален и по которому должно идти государство и бизнес. Я являюсь депутатом городского совета Донецка, он еще не закончил свои полномочия, я являюсь председателем комиссии по энергосбережению, которую я создал по своей инициативе, и мы там сделали определенную работу, я вам немного о ней расскажу. Сейчас я считаю, что первым скрипку здесь должно играть наше государство. Вкладывать сюда деньги, создавать условия для того, чтобы обновить инфраструктуру. Мы сейчас работаем плотно с Мариупольским городским советом, я приведу несколько цифр. Более 100 школ и дошкольных учреждений города Мариуполя. Площадь 500 тысяч квадратных метров. Около 18 учреждений здравоохранения. Площадь 150 тысяч квадратных. Года постройки 21, 28, 35, 58, 74. Мы сейчас формируем там программу энергосбережения по городу Мариуполя. По нашим пессимистическим прогнозам, только на термомодернизацию вот этих учреждений необходимо 1,5 миллиарда гривен. Если посмотреть по этому на 10 лет, по 150 миллионов, вроде как цифра, по которой можно идти. Эффект, который получит Мариуполь от этого, это снижение минимум в половину потребления энергоресурсов, которые потребляют сейчас эти школы. Главная проблема не только для города Мариуполя.
И не только для Донбасса, это проблема всей Украины. Отсутствие проекта, прошедших государственных экспертиз. Вот Евгений Петрович нам сказал о том, что у них 650 инфраструктурных проектов. Я в это не верю. Потому что такого количества проектных организаций нет в Украине, которые бы могли это сделать. Это проекты на бумаге, что-то там кто-то собирается что-то сделать и так далее. Поэтому я хочу сказать одно, дорогие друзья. Государство должно играть главную скрипку в возобновлении инфраструктуры города, городов, которые находятся не только в оккупированной территории, во всей Украине. Для этого необходимо целенаправленно выделять деньги и привлекать соответствующие международные финансовые организации, которые это могут делать. Я могу сказать по городу Донецку. Мы, так сказать, сумели выиграть грант 1 600 000 евро у немецкого банка КФВ по реконструкции водоканала Донецка. Значит, реконструкция была рассчитана на 15 лет, сумма инвестиций порядка 200 миллионов евро. Если бы не война, мы уже получили первые 18 миллионов евро от банка КФВ, это 6 миллионов долларов от Мирового банка, под 1,37% годовых на 30 лет, с 10-летним, так сказать, каникулами для уплаты дела налога и процентов. Для примера могу сказать, дорогие друзья, город Батуми сделан инфраструктурный проект по реконструкции города канала, стоимость проекта 150 миллионов евро. Он реализован. Вот. Можно туда поехать и это увидеть. Поэтому работа по привлечению международных финансовых организаций на реконструкцию вместе с государством является основным приоритетом, потому что там есть реальные деньги. Второй пример. Мы сделали схему оптимизации теплоснабжения города Донецка. Вот уважаемый Роман Поляков, наверное, об этом знает. И получили 36 миллионов, должны были на войне получить 36 миллионов долларов от Европейского банка реконструкции и развития на реконструкцию микрорайона Текстиль. С установкой 480 тепловых пунктов в жилых домах, с реконструкцией котельных, с отменой трехтрубной системы по сдаче горячей воды. Причем эти деньги, из них 8 миллионов грантовских, эти деньги возвращал Гортепросвет за счет собственной деятельности в течение 12 лет. Вы можете себе представить, какие вливания денежные идут сюда. Какой эффект? Я один пример приведу по водоканалу. В настоящий момент Донецкий водоканал, ну давай не подъявлял, 22 гигаватта электроэнергии в год. В результате реконструкции он начал бы потреблять всего лишь 8. Есть эффект? Значит, потери в сетях Донецкого водоканала составляют порядка 48% той воды, которая дает вода Донбассу, она теряется в сетях. Мировая практика 12%. Вы можете себе представить, насколько, что у нас сидит в тарифе, когда мы платим за воду. И так можно приводить массу примеров, которые все это делают. И я в этом плане призываю и ассоциацию платники подарков, и наши представители уважаемой власти. Дорогие друзья, не надо изобретать ничего. Возьмите опыт наших братских республик, не братских республик зарубежных, и сделайте так, чтобы бизнес мог прийти и сделать. И на это не уходить. Для того, чтобы реализовать проект по термомодернизации школы, в лучшем случае 18 месяцев. Из них 8 уходит на проектные работы, на согласование госэкспертизы, это 45 дней рабочих, то есть это 2 месяца, замечания и так далее. И все это превращается, вы сами понимаете, во что. Поэтому мое мнение, что вот мы здесь с вами собрались, но мы должны, как сказать, общественная организация, в этом плане, я считаю, большая перспектива у нашей страны и у тех территорий, которые находятся сейчас зоне, которая прифронтовала. Упростить все процедуры, упростить налоговое законодательство. И мы увидим, насколько бизнес поднимет страну. Поверьте мне, я в 90-х годах начинал, тут многие начинали, когда вообще никаких законов не было. Но вы видели и знаете, как мы сумели на, так сказать, пике до 2004 года, насколько мы подняли, продвинули нашу страну.
Поэтому, дорогие друзья, спасибо, что мы здесь вместе собрались. Я думаю, что мы сила, поскольку даже здесь, на этой территории, мы нашли друг друга и все равно пришли послушать. Я предлагаю нам все-таки подумать и внести в наши, так сказать, обращения не только по налоговому законодательству, но и все, что касается регистрации бизнеса, все, что касается вопросов, связанных с приобретением земельного участка, тест на гараж, как говорится, Акашвили. Вот пройдите его, пожалуйста. И это не вина городской власти, абсолютно. Это вина Верховной Рады и Кабмина, которые сделали так, что сделать это просто невозможно. И последнее, что мне хотелось сказать, дорогие друзья, конечно же, хотелось бы, чтобы наш Донбасс вернулся в лоно Украины. И следующую дискуссионную панель мы с вами провели в городе Донецке на тему политико-экономические предумовы обновленной жизнедеятельности региона нашей родной, любимой Украины. Спасибо за внимание. Дійсно, питання зарегульованості українського бізнесу, воно піднімається постійно, змінюються влади, змінюються уряди, змінюються ті чи інші президенти, і при кожному постійно піднімається питання зарегульованості. Кожен обіцяє, що нарешті ця регуляторна політика запрацює і говорить, до речі, постійно про грузинський приклад, але чомусь не спішать його втілювати. Хоча насправді, напевне, реформа регуляторної системи в Грузії була найбільш успішною реформою. І саме вона стала головним усіх інших подальших реформ в грузинській економіці. Я хотів би надати слово, поза сумнівом, унікальній людині в тому плані, що це один із дуже небагатьох фахівців, який дуже досконально знає фактично і ситуацію і на Близькому Сході, може проводити різноманітні паралелі. Він знає дуже добре, як чимала кількість країн, які пройшли через аналогічні катаклізми, які переходить сьогодні Україна, як вони відновлювалися, як вони проходили і через етапи і реставрації, і реінтеграції. Це адвокат, експерт з міжнародних та правових питань, член комітету з міжнародних зв'язків Національної асоціації адвокатів України, магістр зовнішньої політики Андрій Бізаров. Спасибо Константину за такое феерическое представление. Я отдельно хотел бы особенно поблагодарить Григола Катамана за такой форум, при том, что человек непосредственное отношение к Донбассу не имеет, но искренне пытается ему помочь. Отдельно я хочу поблагодарить всех участников панели за свою точку зрения высказанную. Хочу поблагодарить также народного депутата Константина Матейченко. Это, по-моему, единственный депутат Верховной Рады Украины, я вот смотрел, который приехал на этот форум. Возможно, кто-то еще есть, да? Ну, второй депутат, очевидно, Константин Матейченко, который приехал на этот форум. Это очень показательно, поскольку Константин говорил эмоционально, но он говорил искренне. Это важный очень момент. И поблагодарить мэру Руслану, с которым мы еще знакомы, когда он был мэром города Димитрова-Мирдера, и всем присутствующим представителям общественности, местному населению, которое в такую хорошую погоду не пошло гулять, а пришло сюда. Я сам бы с удовольствием погулял, но надо немного поработать сначала. Вчера, когда я приехал с Киева сюда, первое, что я сделал, я поехал в Пески. Не потому, что мне хочется острых ощущений, поскольку у меня находится дом возле Песок, в селе Первомайском. И я в нем прожил более 20 лет. И я потратил вчера целый день с военными украинскими. Туда просто так не заедешь, естественно. Это целый экскурс сопровождения был. Я был в селе Нетайлово, опытно, в Песках, в Первомайском, в Красногоровке, где я в свое время много в свое время провел. Я общался с украинскими военными и с местным населением. Украинские военные мне задают вопрос, когда уже закончится этот конфликт, какая-то будет развязка. А местное население мне говорит, да, он будет помогать восстанавливать дома или какую-то единую политику будет говорить по поводу переселенцев. К сожалению, ни того на сегодняшний день невозможно, ввиду многих причин, о которых я не буду говорить. Но актуальность проблематики Донбасса, она остается. На сегодняшний день нет никаких официальных программ глобальных, связанных, которые бы официально были утверждены в Киеве, связанных с восстановлением Донбасса.
возможно его какого-то улучшения. Я не говорю про реинтеграцию. Министерство, которое было создано недавно по делам оккупированных территорий и по делам АТО, оно, конечно, безусловно, важно. Я долго анализировал, зачем мы создали министерство, и пришел к выводу, что, наверное, оно было создано больше для того, что просто было. Когда иностранные партнеры приезжают, спрашивают, ну, у вас есть какой-то орган, ответственный за работу министерства? Наше руководство страны говорило, да, конечно, вот есть. Никто, как правило, не задает второй вопрос, а сколько там штаб, какие деньги выделяются на это министерство, и что оно делает. Это мое мнение. Возможно, представители министерства могли бы его опровергнуть, но, насколько я знаю, здесь нет. И им нужно будет очень серьезно поработать, чтобы опровергнуть мою точку зрения. Когда я общаюсь со всеми народными депутатами в Киеве, знакомыми, коллегами-политологами с разных регионов Украины, я слышу две причины, почему не хотят в полной мере обращать внимание на сегодняшний день на проблематику подконтрольной части Донбасса. Я говорю про подконтрольную часть Донбасса. Первая причина — это то, что зачем помогать Донбассу, вдруг Россия опять пойдет в наступление ДНР, и эта часть территории уйдет под контроль России. Лично мне не совсем убедительны, мне кажется, аргументы, поскольку теоретически Россия может пойти в наступление в Херсонской, в Черниговской, в Харьковской областях. Это же не значит, что эти регионы не надо развивать. А вторая причина, более интересная, это с тем, что у Донбасса на сегодняшний день нет фактически своего лобби, как мы привыкли об этом говорить. Есть депутаты Верховной Рады, родом из Донбасса, либо которые избраны по соответствующим избирательным округам, но эти депутаты находятся в разных политических силах. Иногда это мешает помогать как-то Донбассу. И половина из этих депутатов, они как страусы, спрятали свою голову по землю, а другая половина активничает, занимается активной деятельностью, искренне пытается помочь, присутствует в каких-то форумах, в том числе, как и Константин. Да? Я его не пиарю, я первый раз вообще вместе нахожусь, но, по крайней мере, мне приятно, что он приехал и выступал. То есть часть депутатов пытается как-то помочь, но, к сожалению, их не так много, поэтому они не могут глобально вопросы многие решать по развитию Донбасса. Что касается неподконтрольной части, это самый сложный вопрос, я части Донбасса, я не буду много останавливаться, говорить. Два дня назад министр иностранных дел, бывший министр иностранных дел Польши, сказал, что Донецк и Луганск не нужен Украине, я дословно цитирую его слова, о том, что это проблема для Украины, возвращение региона не нужно на сегодняшний день, это опасно для Украины. Когда политик такого уровня говорит такие слова, то ты сразу начинаешь задумываться о перспективах региона в целом. Я противник создания там стены, ограждения неподконтрольной части Донбасса. Здесь вот говорили про Западный Берлин, я поддерживаю то, чтобы экономически был Донбасс такой же, как Западный Берлин, но главное, чтобы не было Берлинской стены, разделяющей регион. И я противник всех призывов того, чтобы отдать Луганск, Донецк России, поскольку те люди, которые это призывают, или просто намекают, это такие же сепаратисты, которые по ту сторону хотят отделиться. И это надо себе понимать. Поэтому на сегодняшний день юридически Донецк, Луганск и по конституции Украины являются частью Украины, конечно, которая не подконтрольная официальному Киеву. Президент Порошенко два дня назад в своем интервью сказал, что нет военного пути решения проблемы на Донбассе. Есть только политика дипломатического регулирования. Да, скорее всего, так оно и есть. Но политика дипломатического регулирования не работает. Оно не сработает. Все разговоры про особый статус, все разговоры по поводу возвращения Донецка и Луганска в любом формате в ближайшее время в состав Украины, я думаю, они абсолютно далеки от реальности. Это мое мнение. Не надо, что просто никакой совести, что американцы договорились. Может быть, они договорились в чем-то. Но здесь большинство жителей Донбасса сидят. У вас у всех есть родственники, знакомые по ту сторону. Вы общаетесь, вы знаете, какие процессы там происходят. Они явно не имеют свою тенденцию возвращения в Украину. Но, по крайней мере, так я это вижу, так я это чувствую. Поэтому проблематика вот этого особого статуса, я думаю, она не реализуема. Нужно исходить из реалий. На сегодняшний день из 28 городов областного значения Донецкой области, на которые были до войны, под контролем Украины, 15. 13 под контролем
ДНР, я называю. В Луганской области еще сложнее ситуация. Из 14 городов областного значения 11 под контролем так называемого ДНР, а 3 города Лисичанск, Северодонецк и Рубежный под контролем официальных, ну, украинской власти. И вот из этого нужно исходить. Из того, что те города, которые под контролем Украины остались, их нужно развивать, на них нужно делать акцент. И тут заслуга не Киева должна в этом быть, а как раз местного населения. Не бояться высказывать точки зрения, выступать. Вы общественность, Америка и Европа любят это слово. Оно называется там civil society, гражданское общество. Не бояться ездить куда-то, лоббировать какие-то интересы. Только в этом, я считаю, залог развития этого региона, несмотря на то, как будут развиваться события. И здесь нужно быть более смелыми, более открытыми и набираться терпения, поскольку терпение всем здесь присутствующим пригодится, время. Я думаю, со временем многие вопросы на вас будут решены, неизбежно, по крайней мере, я в это верю. И исходить из реалий той ситуации, которая сложилась по состоянию на май 2016 года. Она очень сильно отличается от ситуации мая 2014 года. Она очень сильно отличается от ситуации мая 2012 года. И я не знаю, какой будет май 2017 года. Поскольку все в Украине очень стремительно развивается, и вообще геополитически в мире. Но независимо от того, какие будут прогнозы, будь то ли особый статус работы, я теоретически допускаю этот вариант. Будь то ситуация останется как и есть, возможно, Украина восстановит суверенитет полностью над территорией. Независимо от того, что будет, нужно заниматься развитием нынешнего Донбасса в любой его форме, экономической, социальной, культурной. Я здесь слышал про индустриальные парки. Возможно, это один из вариантов развития экономики местного региона. Эта идея имеет право на существование, или хотя бы то, что они говорили, стало предметом обсуждения. И масса других инициатив приводится, выносится общественностью. Я всем хочу еще раз пожелать удачи, терпения, успехов в деятельности, и не бойтесь быть смелыми. Это не характерно, быть несмелыми для жителей Донбасса. Это я говорю как ваш земляк. Поэтому всем удачи. Спасибо. Я обещал отдать слово Евгену Велинскому. Алло? Я. Дякую. Ну, перше, все ж таки, повертаючись до теми Західного Берліну, хочу зазначити, що берлінські гурт будували все ж таки не з боку Західного Берліну. Значить, тепер по те, що стосується корупції. Як на мене, ну, найкраща боротьба з наслідками корупції – це не оплески при згадуванні корупційних якихось діянь, а заяви про кримінальні порушення. На жаль, є певна проблема. Я до багатьох людей, які до мене приходять і скажуть, що от у нас є така-то проблема, і хтось вимагає хабаря, на цій зустрічі все закінчується, бо чомусь ніхто не хоче писати ці заяви. А заяви про кримінальні правопорушення, ЄРДР, відповідні внесення і судові рішення – це те, що сьогодні потрібно. До речі, судового рішення, про яке ви говорили, немає. Але що б я хотів зазначити, що насправді прізвища не мають значення в боротьбі з корупцією. Мають значення процедури. І можу вас запевнити, що яке б не було би прізвище голови облдержадміністрації, Жебрівський, Вілінський чи навіть Матечик, все одно голова адміністрації, вся команда була б винна в тому, що відбуваються якісь корупційні діяння, і це великою мірою правда. Але що ми хочемо і наша команда зробити? Якраз позбутися цього суб'єктивного факту. Тобто питання полягає в тому, щоб ми от прибрали цей суб'єктивістський підхід, коли або я, або ще якийсь чиновник може сказати, ми це будемо робити, а це не будемо. А чому? А тому що я так хочу. І в принципі нещодавно ми таку доволі велику роботу провели за дорученням президента України для створення трастового фонду, направленого на відновлення Донбасу. І наш підхід, який ми розробляли разом з програмою ПРООН, був повністю сприйнятий більшістю донорів.
тому що ми запропонували контроль над кожним етапом реалізації проєктів, які будуть реалізовуватися під час відновлення. Від початку вибору проєкту, оцінки, наскільки він необхідний для кожної громади, підготовки проєкту, подальшого фінансування і контролю за результатами виконання. Наше намагання якомога швидше і більше віддати ці повноваження на аутсорсинг, так звати. Для цього ми і зробили Агенцію регіонального розвитку, наглядову раду якої будуть входити представники усіх цих міжнародних організацій. І повертаючись до теми виділення грошей в комітеті, це дійсно там світоглядне протистояння. Або буде прозорий механізм, про який я кажу, або буде міністерство у складі трьох осіб персонально визначати, чомусь сидячи в Києві, чи ми будемо цей проєкт реалізувати з якоїсь причини, чи з іншого. Тому, ну, крім того, в мене є все ж таки ще така легка підозра, що просто це затягування часу. На жаль, вже травня. І ми вже увійшли в будівельний сезон і дуже мало часу нам залишилось. Тому тут треба приймати в будь-якому разі рішення. Ми готові на будь-який рівень контролю. Ми це неодноразово зазначали. Як я вже сказав, ми перші запровадили ProZorro. Ми перші хочемо зараз провести експеримент по централізованій закупівельній організації під громадським контролем. Будь ласка, долучайтесь до цього. Нам треба починати вже працювати з інфраструктурою. Я дуже вдячний про те, що була піднята тема енергозбереження і ефективності нашого комунального господарства. Це якраз от те, над чим ми і працюємо, і переймаємо той самий досвід. Якщо ви проаналізуєте перелік тих проєктів, про які я казав, там більшість якраз це енергоефективність. Ми не приймаємо, кожна школа, яка в нас робиться, вона робиться одразу з енергоефективною, повністю утеплення, готельне обладнання, замінюється, якщо необхідно. Так само зменшення втрат в мережах, тобто все там передбачено. Стосовно кількості проєктно-кошторисної документації експертиз, 350 об'єктів вже мають на сьогодні проєктно-кошторисну документацію з експертизами, 300 знаходяться в процесі розробки. І ті голови міст і районів, які тут присутні, вони знають, що ми, починаючи з минулого року, наполягали, що ви повинні придбати лотерейний квиток, вкластись грошима місцевого бюджету проєктно-кошторисну документацію, для того, щоб коли надійдуть гроші вже на інфраструктуру, це отримати відмашку, отримати ці проєкти. І ці люди, які над цим, ці райони, міста, які над цим попрацювали, вони дійсно зараз опинились в виграшній ситуації. Тому що пішли гроші з фонду регіонального розвитку, ми туди забрали все, що було підготовлено проєктно-кошторисно. Субвенція на соцекономрозвиток, ми забрали все абсолютно, що було підготовлено. Тобто тут питання дійсно лотерейного цього квитка. І в першу чергу ми дійсно працюємо над майбутнім. Тобто над майбутньою інфраструктурою. Ми розуміємо, що сьогодні буде проблема залучити зовнішнього інвестора, але ми можемо багато говорити про індустріальні парки, про якісь пільгові умови, все. Якщо не буде майданчика, на який прийде інвестор, нічого не допоможе. Можна вам буквально одну минуту? Да? От, розумієте, у вас підход совершенно не той. Ви говорите, ми взяли під контроль. Мы создали наглядовую раду. Мы определяем, нужен ли громаде этот проект, который она подала, или нет. Это неправильно. Не мы. Да, вот те, которые создали этот контроль. Не надо контроля, не надо наглядовой рады, не надо местной громаде говорить, нужен вам этот проект или нет. Местная громада самостоятельно, поверьте, в состоянии разработать проект. И поверьте, ни одна, ни госбюджет, ни международная финансовая организация, если это проект никчемный, не даст денег. Но когда вот так вот забюрократизировано, как вы говорите, у вас ничего не получится. Вот поверьте мне, вы будете друг друга там вот эти контрольные цифры ставить, и все это будет длиться годами. А громада будет сидеть и ждать от вас денег. Я вот сейчас спрошу вас, откуда получает громада деньги на инфраструктурный проект? Через вас получает? И напрямую тоже.
Напрямую сколько она получает? Вот здесь у нас, так сказать, мэр города сегодня уже. 3 копейки напрямую, остальные получают через областную администрацию или через Минрегионбуд. Да отойдите от этого, дорогие друзья. Дайте возможность громаде самостоятельно определять, что ей надо. Так ви ж готували проєкти, проєкти нам готувала громада, не ми їх готували і не ми вимагали якісь проєкти. А те, що дійсно є багатосходинкова така процедура, да, це погано і ми намагаємось від цього відійти. Я про це і кажу, ми хочемо віддати ці повноваження. А дайте мені нам контролювати, і того, що корупції не буде обвиняти, тому що ви від цього, ви в стороні від цього процесу. Ми віддаємо під незалежний контроль. Ми віддаємо. Ми самі не закликаємо. Ну, коли ви говорите незалежний контроль, то вже зрозуміло, що це контроль. З боку донорів, які дають гроші. Ну, це споконвічна, до речі, суперечка між лібералами і лібертаріанцями. Так що, в даній ситуації, я би хотів, що треба розповідати. Да, буквально я несколько минут бы хотел бы, вы знаете, выслушав некоторые моменты выступления, ну, мне бы хотелось бы уже продолжить выступление не в плане там какой-то критики или там спора, в плане конструктива. Вот вы сказали, меняйте налоговое законодательство. Я вот сижу, вспоминаю ту ночь принятия бюджета, предновогоднюю или там за сколько дней и так далее. И тогда, ну, по-моему, тогда был спор, принятие бюджета, законопроект был Южанина и Урядова. И вот Южанина, да, там, по-моему, 10% она запланировала и так далее. Знаете, какая была основная мотивировка, скажем так, несостоятельности этого законопроекта? Да не будут платить 10%. Вернее, скажем так, 10%, но увеличится поступление в бюджет за счет выхода из тени, да? Они мне все говорят, да, говорит, платить 10% будут, но никто из тени не выйдет. Мы не пополним доходную часть. Вот в этом плане были споры. Я просто к чему иду разговор. И как раз он коснулся вопрос отсутствия лобби, да, Донецкой области. Сегодня у нас форум ассоциации платников подарков. Есть руководитель фискальной службы. Ну, можно принять какое-то решение. Я всего лишь как предложение говорю. Понятно, вы непосредственно бизнесмены, там, может быть, связанные с фискальными службами и так далее. Как-то выработать как предложение уже субъектом законодательной инициативы может выставить кто угодно, вплоть до того, что я лично как народный депутат. Допустим, уменьшение того налоговой нагрузки, допустим, в отдельно взятом регионе. Там скажут, а чем лучше Донбасс? Ну, лучше не лучше, Донбасс сейчас действительно отличается от других регионов нашей страны. Сделать скажут, допустим, что это несостоятельно. Вопроса нет. Давайте попросим изменение законодательства примерно на полгода. С гарантией ассоциации платников податков, где подпишутся ваши все участники, может быть, какие-то другие, вы там, ну, обзвоните, скажем так, участников этого бизнеса, скажем так, сообщества и так далее, на полгода. Не получится выполнение доходной части, возврат к старому. И вот это, знаете, как говорят, попытка не пытка. Первый момент – попытаться. Второй момент – вот эта мелочь объединит политическое лобби. Вот, второй депутат, как у нас любят выступать, со злодейского блоку, да? Вот. Я же думаю, все поддержим данный законопроект. И с Народного фронта, и с БПП, и с той же, извините, радикальной партии. Хотя там есть, да, кстати, представители Донбасса. Вот у меня как предложение, возьмите на заметку, как выработать, как правильно, ну уже вам виднее будет. Спасибо. Небольшой комментарий. Спасибо огромное вам за эту инициативу. На самом деле, я думаю, что можно, наверное, так сказать, услышать и, наверное, вопросы даже, но думаю, что все же мы речь ведем о принятии либерального налогового кодекса для всей страны. И вы знаете, ну, можно говорить, конечно, что если налоги невысокие, то не будут платить. Но мы так зайдем в тупик, так, знаете, будем по кругу ходить долго и не разорвем этот заколдованный круг. На самом деле, еще раз, вот сегодня в правительстве есть два реформатора, польский и словацкий. И один, и второй, Бальцерович и Миклаш. И один, и второй, спасая собственную страну спасая, проводили либеральные реформы. В Словакии, вот честно скажу, я немножко не понял господина Миклаша, он целый год был советником министра финансов Украины. Он в своей стране делал либеральную реформу.
Он ставки опускал, делал дерегуляцию, единый налог установил на уровне 19%, и так далее, и это реально привело к тому, что мировые производители автомобилестроения пришли в эту небольшую страну. И сегодня на душу населения эта небольшая страна является номер один страна по производству автомобилей. А находясь целый год советником министра финансов, я не знаю, он советовал, или по крайней мере почему не отговаривал министерство и правительство вводить налог на пенсию, которое, слава Богу, это правительство уже синициировало отменить. Вы, как народные депутаты, уже, насколько я знаю, проголосовали в первом чтении отменить. Да? Давайте идем путем дерегуляции, потому что, согласитесь, наверное, может быть сейчас это очень риторично, но каждый из нас считает свои доходы и расходы. И мы, если не авантюристы, не идем в такие расходы, где мы не видим, что мы можем покрыть. Так а почему государство, войдя в чиновничий кабинет, например, министр финансов, должен понимать, сколько у него доходов, какие у него государственные предприятия, где сколько теряется. То, что постоянно выступают политики и рассказывают о том, что там, миллиарды теряются на государственных предприятиях, вот это вам поступление в бюджет. И думаю, что спасение реально Украины как раз, вот правильно сегодня говорилось, не надо ничего изобретать. Есть успешные страны, которые прошли через либерализацию конституции бизнеса налогового кодекса. Я дуже дякую, коли я послухав два останніх виступи. Два останніх виступи, коли говориться про те, що тут деякі наші недоможці говорять про те, що не потрібно знижувати податковий тиск, не потрібно взагалі мати сьогоднішню зарегульованість економіки, то в мене виникає питання, чим вони, наприклад, їх позиції відрізняються, скажімо, від позиції Миколи Яновича Азарова, який теж свого часу говорив, наводив ті ж самі аргументи і ту ж саму логіку. От. Тому, напевно, що потрібно задумуватися дійсно над тим, що країні потрібна абсолютно нова економічна система, ці нові підходи, потрібна більша довіра, напевно, до того ж самого, до бізнесу, з боку держави. Якщо буде довіра з боку держави до бізнесу, то відповідно і бізнес мусить працювати в українську економіку, стане локомотивом для української економіки. І я хотів би зараз фактично оголосити дійсно дуже важливий момент в ході нашого форуму сьогоднішнього. Це момент якраз підписання плану спільних дій між брали трохи часу, так що я перепрошую. Я думаю, що в другій панелі ми змістимо якраз питання із залу. Отже, підписання плану спільних дій між Асоціацією платників податків у Донецькій області, Головним управлінням Державної фіскальної служби України в Донецькій області та Донецькою митницею на 2016 рік. І я запрошую до підписання плану спільних дій Романа Полякова, голову Ради Асоціації платників податків у Донецькій області, Сергія Погорєлова, начальника Головного управління ДФС у Донецькій області, і Сергія Пасюка, начальника Донецької митниці ДФС. Важливий момент, оскільки насправді від заяв, декларацій переходимо до конкретних справ і переходимо до конкретних дій. Будь ласка. Thank you.
скажи. Два и. Дякую. Я дякую всім учасникам першої панелі за змістовні виступи. Я дякую всім учасникам сьогоднішнього форуму. Зараз оголошується перерва на 30 хвилин. За 30 хвилин відбудеться засідання другої панелі, яка буде присвячена конкретним економічним вже моделям і економічним проблемам, які сьогодні стоять перед Донбасом. Буде озвучено економічне бачення відродження Донбасу. Так що я думаю, воно буде не менш цікаво, ніж перша панель. Дякую всім. Я тебе оставляю.